iPhone 15 Pro и Pro Max из титана выглядит. Они очень круто. Рамки стали очень тонкими, а вес смартфона меньше. В смартфонах используется премиальный титан 5 класса. Такой используется в космической индустрии. Action button. Вы можете задать разные сценарии для этой кнопки. Например, голосовые заметки, или открыть камеру, или даже сценарии. То есть каждый будет использовать кнопку так, как ему удобно. Вступает чип Apple A17 Pro. Это первый чип, выполненный по 3-нанометровому техпроцессору. Это самый быстрый мобильный процессор, по крайней мере, так заявляет компания. Разъем в прошках USB 3.0, а это значит скорость до 10 гигабит в секунду. Это в 20 раз быстрее, чем в прошлогодних моделях, которые были оснащены USB 2.0. Также выросла производительность GPU, что особенно заметно в играх, но тут неудивительно, Pro-модели всегда имели огромную производительность. Смартфон оказывается игровой консолью, я думаю, геймеры это оценит. Теперь можно делать фотографии в разрешении 48 мегапикселей. iPhone 15 Pro Max теперь новый оптический зум. Пятикратное увеличение, что эквивалентно 120-миллиметровой фокусного расстояния. Это очень круто и позволяет делать очень крутые снимки. Любители мобильной фотографии оценят. Записывать видео теперь можно на внешний накопитель, подключив через разъем USB-C. Прошки также могут записывать пространственное видео, которое потом можно будет посмотреть в очках Vision Pro. Прошка осталась на уровне прошлого года, а вот iPhone 15 Pro Max стал на сотку дороже. Старт продаж новых айфонов 22 сентября. Встречайте умные часы Apple Watch серии сделать. Что в них нового? Процессор Apple S9, который дает огромный прирост производительности. Благодаря нему анимации взаимодействия с часами невероятные. Apple Watch серии 9 будут работать 18 часов от аккумулятора, то есть весь день. Теперь Siri на часах может отвечать на вопросы о вашем здоровье, например, как вы поспали. Теперь вы можете находить ваш iPhone при помощи часов, при этом будет присылаться расстояние до вашего iPhone, а при приближении к нему HomePod будет предлагать запустить музыку. Появился новый жест Double Tap. Вам надо всего лишь свести вместе два пальца, большой и указательный, и таким образом вы, например, ответите на звонок, поставите музыку на паузу или остановите будильник. Жесты доступны благодаря чипу Apple S9. Ну прикольно, дальше речь пошла об Apple Watch Ultra. Встречайте второе поколение самых прокачанных часов в Apple. Часы получили новый чип S9 и функцию Double Tap серии. Работает без интернета. Это самый яркий дисплей. 36 часов на одном заряде и 72 часа на одном заряде при включенном режиме энергосбережения. От $399 за девятую серию и Ultra 2 от $799 баксов. Старт продаж 22 сентября. Встречайте iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Dynamic Island теперь в базовых версиях. Ура! Это реально очень круто и выглядит потрясно. И все фишки, которые раньше были доступны только покупателям Pro модели, теперь доступны на обычных смартфонах. Черный, голубой, зеленый, желтый и розовый. Очень приятные цвета в этом году, скажу я вам. В версиях вышли на абсолютно новый уровень. В целом камеру прокачали. И это особое внимание уделили портретной съемке. Фотографии в этом режиме стали лучше, деталей больше. В общем, все как обычно, стало лучше. Если вы сделали обычную фотографию, то позже вы сможете сделать из нее портретную. Apple A16. B-Type-C. Ура, ура, ура! 15 от $799, iPhone 15 Plus от $899 США. Но новый титановый iPhone Pro, Pro Max, он, конечно же, топ. Иночки от Apple нас встретили. Новый титановый корпус, новые улучшенные функции. В принципе, ничего нового. Компания Apple задирает планку, а все остальные производители в мире подтягиваются.